Да видите, ребята, как и я. Я подхожу поближе. Обалдеть, я первый раз такое вижу, чтобы такое делали с мини-катерами. Посмотри, да, что он творит. Святик даже говорит, бабушка, посмотри, что он творит. Знаете, мне всегда везет на съемки, на необычные. Я еще ни у кого такого не видела. Вот. Эти ребята возвращаются, по-моему. Ну, круто. Это рисковые ребята какие-то, смотрите, они прям на дыбы становят лодку, ставят. Я стою в море, могу показать вам дно. Правда, классно? Вот, вот опять начали. Ребята, рискую намочить мобилку, но ради таких кадров и ради моих друзей снимаю дальше. Чайки, видите, как летают красиво? Сегодня чуть-чуть солнышко то прячется, то появляется. Такие тучки на небе, но это отдыху не мешает, погода классная. Сбросил одного мальчишку. Сбросил прямо в море. Знаете, мне это напоминает... О-о-о, ко мне приближается. Мне это напоминает тореадора. Как бычок сбрасывает с себя. Ребята, вы молодцы! Молодцы! Супер! Класс!